Приветствую всех, мои дорогие друзья, меня Гет зовут, и вы знаете, я решился податься в эту атмосферу, в этот неизведанный мир душ. Я купил в Амазоне Demon's Souls для PlayStation 3, и я собираюсь его проходить на канал, но пока он идет ко мне по почте, пока еще не пришел. Я купил в Steam Dark Souls Prepare to Die Edition, тот самый Edition, не знаю, в чем он отличие. Я вообще никогда не играл, то есть, в эти игры, я в Demon's Souls так буквально чуть-чуть поиграл. Я так понял, что эти игры до жопы сложные. Мы сейчас попробуем поиграть в Dark Souls. Я не буду его проходить, это просто будет пробное видео, но так как я буду продолжать его, как бы, играть, я буду записывать, если когда я буду продолжать, но я не хочу пересоздавать героя для специально для канала, поэтому я решил создать героя вместе с вами и разбираться в игре уже вместе с вами. Так, давайте зайдем в настройки ПК. Ну, здесь ничего. Игра на контроле PlayStation 3, симуляция Xbox 360. Так, я здесь оставлю все как есть. Здесь лидерборд давайте включим. Окей. Здесь тоже все как есть. У меня контроллер. Так, введи 7 персонажа. Ну, ведем мы Such Doge. В общем, это мем, на котором я сейчас вишу. Угораю с него. Мужчина, значит, класс. Бесстрашный воин, эксперт по оружию, высокая сила, небогатый рыцарь. Много здоровья. Прочная броня. Странник, бродяга, скиталец, вооружен саблей, высокая ловкость. Имеет отмычку. Но слаб магии. Волшебник из школы драконов, владеет заклинаниями волшебства. Клерик-паломник, творит чудеса исцеления. Голый незнакомец, вооружен дубиной и щитом из досок. Так, ну давайте я создам рыцаря. Не знаю, такая вот стандартная у меня дар. Святая вода восстанавливает здоровье и статус. То есть какой-то нам стартовый там бонус, типа как в героях или что. Подарок ведьмы, старинное кольцо очевидных эффектов не дает. Добавляет немного здоровья, открывает любой простой замок, медальон. Согревает странников. Бинокль. Используется для наблюдения, крохотный призрак. А можно найти на трупах. Ну, видимо, давайте благословение богини. Тело. Худое, очень худое. Крупное. Давайте очень худое, прям как я. Лицо. Давайте. Что-то какие-то здесь страшные, пипец. Вот это вообще. Это как зомби. Ну, давай, самый нормальный. Волосы. Так, сбритые. Ну, тут немножко хоть... Оно, в принципе, здесь такая же система, все такие же уродцы, как в этом, в Demon's Souls. Так, давайте я с хвостом создам чувака, что ли, я не знаю. Цвет. Давайте вот такие вот. Так, ну... Настраивать, что там настроить, интересно. Зрелость. Так, ну я оставлю. Все, давайте принимать и погружаться в мир Dark Souls. In the age of ancients, the world was unformed. Shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons.
But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and darkness. Dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death. Scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Ну что сказать, заставка такая на высоком уровне, очень все сделано. Что, я не успел прочитать, что там черный лук? Чего? Yes, indeed. The dark sign brands the undead. Пока ничего не понятно, честно вам сказать. Очень так все пространственные такие слова. Такие пустые, скажем так. Что тьма, свет, все дела. Короче, жопа в этом мире. Говоря простым языком. Это, видимо, мы. Такова твоя судьба. Но здесь намного больше истории, чем, например, в Demon's Souls. Никаких заставок не было. Чё ж я такой страшный, кстати? Или это я? Так, северное прибежище нежити. Обобрать труп. Ключ от темницы в подземелье. Хорошо.
У меня внизу небесное благословение лежит. Так, блин, как уже я страшный. Посмотрите на меня. Что с моим лицом стало? Так, R1 здесь драться. L1 это, видимо, что-то другое. Сейчас будем разбираться. Так, то есть здесь R1 удар. R2 тяжелый, видимо, удар. Или нет? Так, L2. Это, наверное, что-то щитом, L2. Так, кружок, откат. Я такой тяжелый. Бом! Квадрат. О, блин, я благословение съел, я дебил. Квадрат — это жрать, короче. Так, какой-то у меня сломанный меч в руках, понятно. Так, что у нас? Просмотр предметов. Черный кристалл разделения, изгнать фантом, вернуться домой. Ничего не понимаю, ребят, ничего не понимаю, помогайте. Жду от вас комментариев объяснительных. Что это? Это понятно, хилка. Это что? Что такое костер? Костер сохранялка какая-то. Ключ от темницы в подземелье. Открывает подземелье северного прибежища нежити. Рукоять прямого меча. Шлем. Ну, это моя броня, видимо. Так, смена снаряжения. Но у меня ничего нет. Просмотр статуса. Души, уровень. Я 5-й левел. Орден Белый Путь. Such Doge! Настройки. Так, ну понятно. Давайте убираться отсюда. Так, открыть. Использованный ключ от... Так. Что-то тяжело. Прочитать сообщение. Кто-то марку оставил. Правый джойстик управления камерой. Ага. Так, а что здесь? Если мы не попадем сюда. Атака. Right bumper. Ну, это R1 на нашем языке. Так, как здесь блок, пока я не понимаю. Правый триггер. Мощная атака. Это вот это, видимо. Что здесь такое? Боже. Охренеть. Так. Здравствуй. Давай я тебя избавлю от мук. Поэтому... О, так, прочитай сообщение. Левый джойстик при зажатом Б, рывок. Ага. То есть у нас кружок это и бегать, и крутиться туда-сюда. Так. Right. Что, стик? Ага. Захват, сброс цели. Ага. То есть вот так вот. Осколком меча дубасю всех. Отлично просто. Так. Блин, мне игра нравится уже. Так атмосферно все это. Чувствую, жопа будет дальше. То есть сложно она. Ну, что делать? Надо будет учиться на ошибках. Отдых у костра восстанавливает здоровье. Так, ну уже что-то знаем про костер. Это вообще неизвестно, что это. Квадрат у нас же... Так, разжечь костер. Здесь какой-то меч. Движение открыто, 15G возжечь. Спасибо. Отдохнуть у костра. У меня ничего нет. То есть просто выйти дают. Выйти. Это что-то вроде стены душ. Или как это называется? Какая-то стена с дымом в Demon's Souls. Когда через нее проходишь, вроде как... Что-то вроде какого-то сохранения. Я не знаю, я ничего не понимаю. Я даже в Demon's Souls много чего не понимал. Так. Такой сутулый. Здравствуй, блин. Надо бежать отсюда. Так, я даже не успел прочитать сообщение. Твою мать. А что мне с ним делать? Я его убью или нет?
Не, здесь нет смысла его дубасить, потому что я его просто сдохну. Бежим. Фух. Бежим туда. Туда. Фух. Ну и блин. Здоровенно. Но он меня, видите, ударил, я хоть хп не полностью снеслось. У меня броня. Костер зажжен. Отдохнуть у костра. Ага, дает хп. Понятно. Ну это как бы такой фаст-форвард во времени. Бери щит. Где его возьму? Здравствуйте. Так. Где я щит возьму? Так, обобрать труп. Башенный щит. Fucking щит, скрещенный мечи, смена снаряжения. Что? Щит левой руке плюс левый бампер защита. Хорошо. Так, мне нужно щит взять. Смена снаряжения. Щит. Ага. Я могу еще бить щитом. А, могу оружие в две руки взять. Все, понял. Так. Палаш. Так. Здравствуй. Так. А что вот это вот? Вот, я L2 нажимаю, на нем нет, не действует. Дохнет, тварь. Ну. А ты дохнуть собираешься? Смотри, как он жирный. Ну. Он жирный какой-то, жесткий. Как здесь удар в спину делать? Я забыл. Блин, он дохнуть не собирается, походу. Его мне долго дубасить придется. Ну. Сколько у них хп там осталось? Лол, вообще это смешно. Какого-то зомбака 3 часа ковыряю. Так, пройти через белый свет. Туманчик. Так. Где мы теперь? Здесь ничего. Левый джойстик плюс Б перекат. Это я уже знаю, спасибо. Так, здесь у нас ничего. Подъем наверх. Я знаю, что люди столкнулись с такой проблемой в этой игре, что не... здесь очень много раз будет такое, что непонятно, куда идти вообще. То есть я уже понял, что мы будем долго торчать. Если будем когда-нибудь это проходить, мне еще с Demon's Souls надо разобраться сначала. Его пройти. Так, здесь я не заберусь. Да, здесь я не заберусь. Так, ну побежали тогда отсюда. Так, у нас спуск вниз и подъем наверх. Давайте вниз сначала спустимся. Так, открыть. Так, а мы вернулись, кстати сказать. Видимо, у нас здесь закрыто было это. Понятно, ну тогда давайте подниматься наверх. Может, нам какой-нибудь меч дадут хороший? О, твою мать! Был бы я бы этим... Так, подождите, я забыл, как лок делать. Блин, нахера я ее съел? Лол. Я забыл, как вот такой вот удар. Может быть, из-за того, что у меня меч глупый. Оторванный такой. Не получается им удар в спину делать.
Не, ну их нет смысла дубасить, у меня просто меч сломанный. Чё мне сейчас? Так, давайте валить отсюда каким-то. Твою мать. Жопушник. А, вот, можно все-таки. Можно, только я не уверен, что я ему снял что-нибудь. Так. Твою мать. Так, он меня сейчас убьет таким макаром. Давайте я лучше аккуратненько буду. Блин, тут здесь просто мало места, где можно бегать. Неудобно. Давайте его столкнем. Главное самому не упасть. Пошлите отсюда. Нет смысла его. Заперто. Отлично. Лол. Может, мне его убить надо тогда? С его обыщем тогда. Он бежит за нами, тварь. I have the high ground. Мне интересно узнать, что с нашим лицом случилось. Не дам я тебя ударить. Буду вот так спамить тебя. Ну. Ну. И ты нам ничего не дал, конечно же. И ключ у нас никакого нет. Так. Старт. Просмотр предметов. Использовать не могу. Хорошо. Хорошо. Точнее, все плохо. Все очень-очень-очень плохо. Так. Ну и что нам теперь делать? Мне интересно. То есть тогда нужно вниз спускаться или что? Так, здесь я так понял, ничего нет. Здесь уже был. Чем сюда пошел? Ну, давайте спускаться вниз. Не знаю, что нам это даст. Так. Угу. Ничего не понимаю. А вот здесь что? You. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Фляга с Эстусом. Ну, мне дал, короче. Так. Фляга с Эстусом. У костра фляга наполняется эсусом, восстанавливает здоровье. Угу. Как мне теперь ее использовать? Так. Понял, то есть вот это у нас нижняя ячейка. Все, что мы на нижней ячейке можем запихнуть. Так, что нам еще дал он? Ключ. Это вот здесь вот. Ключ от верхнего этажа. Угу. Так, стопэ. Вдохните у костра, чтобы наполнить флягу с эстусом. Так, ну здесь понятно. А здесь что? Использовать.
Твою мать. Ладно, давайте наверх надо пробираться. У нас теперь есть ключ. Ухватить оружие обеими руками, нажав Y. Ну, это я знаю, это треугольник. Левый джойстик плюс бампер. Right B. То есть это R1. Это пинок. Левый джойстик. Ага, удар в прыжке. Ага. Понял, все. Вот так вот, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, подожди. У меня есть смысл с ними драться, потому что они... Что у меня меч кривой, вот что. Вот почему. Нужен меч хороший. Ух ты. Здравствуй. Блин, что-то у вас много, ребят. Так, подождите. РБ выполнить удар... Падений. Так, давайте я пройду. Дайте пройти. Дайте пройти, пацаны. Они не дадут пройти. Мне жопа. Так, стопэ, 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 стопэ. Дайте мне пройти. Дайте пройти, жопошники. О, блин, еще сзади. Ты кто такой? Так, тихо-тихо. Как, куда бежать-то? Что ж такая жопа, блин? Меня убили. Да у меня меча нормального нет. Как я вот против них буду херачить? Спасибо, что я погиб, да. Я знаю, что я погиб. Но здесь... Палаш. У меня это кривой меч. Палаш. Зачем я взял этого говнюка, если у него меча нет? Палаш. Никого ударить не могу. Смотрите, сколько я ему сношу. Вообще ничего. Вот опять. Смотрите, сколько я ему сношу. Это же просто шутка. Так, здравствуйте, чуваки. Так, я пошел от вас. До свидания. О, блин. Ух ты ж, блин. Ух ты ж, блин. Опять я к нему пришел. Так, надо валить. О. Мне страшно. Вон там было же. Так, здравствуй, чувак. Только я не знаю, как тебя валить. У меня нормального меча даже нет. Палаш. Твою мать, я сейчас обосрусь от страха. Куда валить? Куда идти? Черт. Может, не надо ему, чтобы он все колонны завалил? Я не знаю. Чтобы здесь что-нибудь разрушилось. У меня даже никакой хилки нет. Может, он должен все-таки меня убить, а? Или вон там какая-то надпись. Подождите, давайте. Твою мать. Так. Надо до надписи добежать, успеть прочитать. Капкан. Так. Я какой-то капкан подобрал. Подождите. А как мне его... Как мне подобрать капкан-то? Так, ну я остановить игру по-любому не смогу. В этой игре нет паузы. Так. Или смогу? Подожди, сейчас по кругу вот так убегаю. Где я там капкан подобрал? Или меня сейчас убьют? Или мне кажется, что капкан я подобрал? Не-не, я походу придумал про это. Капкан, что-то там про капкан был написано, но я походу про него придумал. Так, капкан, оценка 0. Отлично. Может мне его попробовать подубасить, я не знаю. Правда, я думаю, не получится ни хрена. Так, тихо. Мне кажется, он похож на того самого босса с Demon's Souls. Смотрите, как я его ковыряю. Да, не было смысла. Вы погибли.
Блин, был бы нормальный меч. Твою мать. Я злой. Что делать, ребят? Я не знаю. Ну что за хреня? Хреня, блин. Хрена. Хрих. Короче. Палаш. Вот, что нахер делать? И смотрит на меня, стоит. Здравствуй. Что? Лол. Что, блин? Так, а что делать-то? А что так должно быть? Я не... Сейчас у меня такой сплошной лол на лице. Лол. Вообще. Я, наверное, 20 минут вам тратил время, потому что я тупо подобрал этот меч уже. Он мне в инвентаре валялся. Я даже не имел никакой смелости взглянуть в инвентарь для того, чтобы посмотреть, что подобрал я и что нет. Бегал без меча, как дебил какой-то. Бивался от этих жопшников. Оказывается, я все уже подобрал. Пипец вообще. Мне все теперь не страшно. Никто нам не страшен. Конечно, я вообще душу просрал. Очень печально все это дело. И, ну, вы знаете, я... Так, а я здесь сдох. Подождите. Оживление? То есть я жив. Окей. Но я же все равно страшный, как чертов уродец. Так, давайте проходить. Надо спрыгивать, я так понял. Так. Надо валить отсюда. Надо валить, 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 валить. Сейчас будем пробовать мочить этого чувака. Знаете, я на самом деле позвонил другу спросить, где я, где найти чертов. Я вот сейчас где-то час паузу от игры взял. Звонил другу, типа, где взять чертов меч? Где? Вообще, что за херня? Как я должен... Что, как вообще? И он мне объяснил такую вещь. Во-первых, что я лошара, что я взял рыцаря. Второе, что я лошара, что я взял такой глупый дар. Хилки. Нужно было брать бомбы, либо там что-то еще. Либо вообще брать вора. У него какой-то мастер-ки. Я не знаю, что такое мастер-ки. Может, мне кто-нибудь потом объяснит. В общем, это вот это. Потом, что он еще мне сказал? Что я, короче, лошара, потому что наверняка у меня лежит меч в этом инвентаре. Так, я не знаю, как сейчас буду этого мочить чувака. Надо побежать от него. Полечиться. Так. Сейчас буду его дубасить пробовать. Так, ну понятно, у нас, я не думаю, что у нас получится его завалить с первого раза. Но я буду пробовать, честно. Я буду стараться. Так, что у нас с фреймрейтом? Все очень плохо. Так. Тихо. Надо за спину к нему встать. Ну, он, в принципе, по тактике такой же босс, как Beginner, который в Demon's Souls, который я уже убил, кстати сказать, на записи на свой канал. Кто-то уже помнит, я думаю. А-а-а, черт. Тихо. Сейчас завалим его. Так, тихо. Бежали за спину. Стоим здесь. О, блин. Так, давай, стой. Так, твою мать, сейчас я сдохну. Пьем хилку. Пидорим отсюда. Так. Отлично. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. Не хочу умереть. Так. О, блин. Так. Ого, хорошо, что не сработало. О, блин. Так, надо выпить хилку. Последняя хилка, кстати сказать. Сзади.
Завалил. Фух, слава тебе, Господи, мы завалили кого-то. Победа, большой ключ паломника. И все. Человечность. Так. Посмотрим предмет. Значительно дает человечность, значительно восстанавливает здоровье. Давайте попробуем использовать. Теперь я больше на человека похож, смотрите. Так. Что у нас еще есть? Ключ от темницы подземелья. Мне кажется, это вот как раз там, где, помните, этот чувак был? Которого я завалил. Такой скелетон такой крутой. Так, ну давайте. Я немножечко начинаю так, ну, поувереннее себя чувствовать, потому что я просто тупанул, видимо, меч просто, даже не знал, что его подобрал. Теперь. Вроде как-то все налаживается. По чуть-чуть. Так. Здравствуй. Теперь у меня есть меч, жопшник. Бойся меня. Хо. Тебя это не спасет. Тум-дум. И готов. Заперто. То есть это не сюда. Окей. А куда тогда? Мы здесь были. Может быть, в ту дверь? То есть, которая под нами? Хрен его знает. Давайте попробуем. Не знаю, кстати, как я буду делить серии. Наверное, просто буду вырезать. Говорю, будет без большого монтажа. Вообще, без какого-либо. Буду вырезать только какие-то неудачные моменты. Так. Давайте спустимся. Попробуем. Так, я опять тупанул, но не сюда. Ой, чувствую, буду долго я здесь бегать. Так. Надо вообще-то в костер, чтобы нам Эстус подкрепить. Ага. И выйти. Наверное, нам туда. Так, что за звуки? Кто-то ходит. Отлично, ступай прямо. Восславь солнце. Оценка 3. Что? Берегись отчаяния. Оценка 0. Что это вообще такое? Не понимаю. Клад впереди. Оценка 6. Душа пропавшего мертвеца. Так. А здесь что? Красиво, конечно, как горы. Очень страшно, атмосферно. Друг впереди. Дай мне мягкости. Что? Как я тебе дам? Что, мне на тебя присесть, что ли? Отсиживать тебя теперь? Высиживать. Так, что-то мне кажется, я что-то не то делаю. Что-то как-то мне сыкотно здесь бродить. Дай мне тепла, дай мне. А что мне можно ему дать? Что у меня есть? Не знаю. Так. Прочитать сообщение, подождите.
Берегись, роскошный вид. Оценка на один. Вид-то роскошный, я-то знаю. Тупик. Оценка один. Что у тебя оценки, значит, еще? Удачи. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Хм. Ничего не понимаю, ребят. Я уже сколько играю в эту игру. Не знаю, сколько там по серии у нас получилось. Я не засекал. Но я ничего вообще не понимаю, честно вам сказать. Но интересно. Если мы выбрались куда-то. Так, в Лордмане можно получать новые уровни и зажигать костры. Так, восславь солнце, враг впереди.